Река Шепш, что находится в селе Шабановском, сейчас выглядит безобидным ручейком. Но такое она бывает не всегда. Несколько месяцев назад от бурных потоков пострадали жители окрестных поселений. Чтобы чрезвычайная ситуация не повторилась, в данный момент ведется расчистка русла реки. КАМАЗ и экскаватор убирают грунт и увозят его на специальную площадку. Наконец-таки мы дождались, что приехала к нам техника, которая чистит русло реки Шепш. Заехала организация ООО «Габион». Работу хорошо проводят. Работы ведутся уже 10 дней. За это время расчищено 2 километра объекта. Сейчас рабочие подошли к самому сложному участку работы. Здесь нужно не просто расчистить русло, но и сменить его направление, чтобы увести реку подальше от домов жителей. Сейчас на данный момент подошли к такому участку, где большой объем работ – это перевести речку с левого берега на правый, чтобы не подмывало поселок. Работы мы закончим в срок, в конце ноября рассчитываем. Запланировано расчистить 4 километра русла реки Шепш. При благоприятных условиях подрядчик закончит работу даже раньше установленного срока. А это значит, что жители села Шабановского смогут спать спокойно и не бояться подтоплений.